Турецкая полиция этой ночью взяла штурмом редакцию одной из самых популярных газет страны «Заман», которая на своих страницах критикует действия президента Эрдогана. Ранее там была введена внешняя администрация, которая тут же пообещала конфисковать имущество издания. В его офисе прошли обыски. На защиту журналистов встали сотни людей, которые попытались не подпустить полицейских к зданию редакции. Но их отогнали жестко с помощью водометов и слезоточивого газа. Опасаются, что после появления внешних управляющих издания закроют. Только на днях подобным образом прекратили работу сразу 5 СМИ. Обеспокоенные ситуации уже неоднократно выражали международные правозащитные организации. В связи с последними событиями Анкару одернули даже в Вашингтоне, назвав действия турецких властей противоречащими принципам свободы слова.